На государственной службе количество женщин, занимающих руководящие должности, составляет почти 40%. При этом в общей структуре госслужбы их почти 56%. Важный вклад вносят и лица с особыми потребностями, их больше 800 человек, треть из которых руководители. Такие цифры приводит пресс-служба АДГС. Сегодня в Астане обсудили условия и возможности для равного доступа всех к государственной службе. Представители ведомства, Конституционного суда, вице-министры и депутаты говорили о действующей системе отбора, расширения инклюзии в рядах госслужащих и использовании международного опыта. Агентство по делам государственной службы проводится диалоговая площадка, где будут обсуждаться как раз такие самые актуальные, на мой взгляд, темы, такие как, значит, равные возможности женщин, лиц с ограниченными возможностями, а также молодежи на государственной службе. В частности, будут обсуждаться те нормы, которые были уже приняты, какова будет правоприменительная практика. В частности, нам бы хотелось сегодня узнать также о том, какие проблемы существуют при реализации этих норм права, в частности, при реализации своих, скажем так, профессиональных возможностей.